Всегда быть в форме значит находить выход из любой сложной ситуации. Эй, Меган, в чем секрет твоих кудрей? Я готовлю их с помощью макарон. Накручиваем прядь на широкую макаронину каннеллони и закрепляем невидимкой. Неплохо. Макаронные изделия работают как бигуди. А теперь выходи из кухни, а то набросаешь мне в пасту своих волос. Кудри получились такие же натуральные, как моя паста болоньезе. Какой удачный макияж. Но нужно помыть голову. Что же делать? Лайфхак от русалок. Принимать душ в маске для плавания. Стрелки не расплывутся и тушь не потечет. Красивые глаза и чистые волосы – все на месте. Бутерброды с вкусненьким кетчупом. Хочешь попробовать? У меня есть кое-что получше. Я делаю полезные тосты с дезодорантом из авокадо. Чистим и режем авокадо небольшими кусочками. Разминаем вилкой до состояния пюре. Перекладываем массу в чистый контейнер от дезодоранта. Приклеиваем этикетку. Ставим в холодильник. Что за новое средство? Авокадо-стик для быстрых и полезных тостов. Как удобно. И очень вкусно. Испачкала футболку? Вот, скорее бери мои тапки, они спасут тебя. От упаковки с влажными салфетками отрезаем крышку. Приклеиваем ее на лист фоамирана. Вырезаем отверстие канцелярским ножом. На резиновый шлепанец выкладываем несколько влажных салфеток. И заклеиваем сверху фоамираном с крышкой. Повторяем на втором шлепанце. Влажные салфетки всегда под рукой или под ногой. Удобно и практично. А мои вьетнамки запутывают следы и меняют направление. От старого шлепанца отрезаем подошву. Прикладываем подошву на новый шлепанец задом наперед. Обводим по размеру и обрезаем лишние края. Делаем вторую подошву и приклеиваем подошвы наоборот на шлепанцы. Отверстия заклеиваем заглушками с резиновых перепонок. Твои шлепанцы обманут всех следопытов. Меняемся? Конечно! Ну и Хрюша. После этого болельщика весь диван в крошках. Похоже, Бен не знает про систему питания болельщиков. Смотри и учись. В центре картонного шаблона для коробочки вырезаем отверстие для трубочки. Складываем и склеиваем коробочку. Вставляем трубочку. И помещаем конструкцию на бутылку. Внутрь коробочки кладем снеки. Отличный лайфхак. Да уж, лучше Бена сейчас не отвлекать. Богиня на кухне. Мне не обойтись без помощи. Эй, помощник! Я здесь, во всеоружии. На фартук приклеиваем крючки для кухонных полотенец.
Вешаем на них кухонную утварь. Мой кухонный помощник готов поделиться своей суперсилой. Теперь волшебный фартук твой. Носи его с пользой для еды. Обожаю сладости и спорт. Я соединил приятное с полезным. Это Сникерс гантели. Картонную втулку обклеиваем серебристым скотчем со всех сторон. По краям приклеиваем батончики Сникерс. Повторяем форму гантелей. Три подхода по два Сникерса. Отличная тренировка. Сжигаешь калории и тут же их пополняешь. Люблю начинать день с кофе. И с улыбки. Смотри, даже кофе мне улыбается. На листе пластика обводим чашку. И обводим контуры эмоджи. Вырезаем эмоджи из пластика. Дыроколом делаем отверстие. Соединяем все трафареты с помощью кнопки. Кусачками отрезаем гвоздик. Кладем трафареты на чашку с кофе. И посыпаем какао или корицей. Что это так вкусно пахнет? Утренний кофе. А куда подевалась моя чашка? Всем разойтись, на кухне работает профессионал. Осталось взбить яйца. Но нет подходящего инструмента. Взбивать яйца ложкой? Вы шутите? Не закипай, как бульон, Бен! Лучше используй антистресс. Массажер для головы – прекрасная замена венчику. Это будет самый расслабленный омлет на земле. Весь секретный архив Бена хранится в этой игрушке. Вот это техника высшего шпионажа. Мягкую игрушку разрезаем. В туловище вставляем флешку. А в голову крышечку. Прошиваем и затягиваем края разрезанной ткани. И фиксируем крышечку и ткань термоклеем. Также делаем со второй половинкой игрушки. Обрезаем лишнее. Закрываем флешку и соединяем части игрушки. О, какая милая уточка! Иди сюда, Утти-Путти! О, да, это же суперсекретная флешка! Интересно, что там? Фотокомпромат на Бена. Упс. Меня ждет вкусненький бутербродик. Моя колбасная прелесть. Да хранит тебя ланчбокс.
не сохранил. На ланчбокс приклеиваем распечатанное изображение лица и кладем ланчбокс в холодильник лицом наружу. Ну а теперь я приму защитные меры. Присмотри за моим бутербродом, прекрасная леди. И пусть голодные воры обходят тебя стороной. О, мамочки! Кусок добычи застрял в зубах. Хорошо, что есть зубочистки. Эй, что за дождь из зубочисток? Никакого порядка. Срочно нужен органайзер. Из зеленой самозастывающей глины лепим кактус. В процессе работы смачиваем глину водой. Зубочистку ломаем пополам. И вставляем в основу. Крепим веточки кактуса. Вставляем в кактус остальные зубочистки по всей поверхности. Оставляем на 24 часа, чтобы глина затвердела. Затем вынимаем зубочистки. Покрываем кактус лаком. И вставляем в отверстие чистые зубочистки. В кактусе отлично помещаются все зубочистки. Какие милые колючки, ой, то есть зубочистки. Можно я возьму этот кактус в свой сад? Эй, оставь хоть одну зубочистку мне. Понравились наши смешные лайфхаки? Тогда пиши в комментариях, какими веселыми лайфхаками ты пользуешься каждый день. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые лайфхаки на канале Трум-Трум.